Так выглядит на видео. Это крыло, по-моему, и должно иметь окрас. Да. Выглядит очень нарядно. Фары после ребилда, новые линзы стоят. Резина Pirelli, зима, низкие утюжения. Которые экспортируются в разные точки. И постоянно находятся на дотациях чуть ли не всего мира. Весь мир так или иначе, да, понимаешь, это вот тоже это здорово возвращает людей. Здорово возвращает людей. Если бы на Ближнем Востоке был мир, если бы удалось договориться по-честному, да, о том, как жить дальше, то, наверное, бы палестинцы навигация. Пошли бы учиться, ну, как навигация многие, кстати, работает. В свое время учились в советской стране. Есть ошибка по датчику уровня масла. Вот он. Ну, этот датчик надо заменить. Ошибка по фонарям. Это туманки LED стоят. Все заводится, все гаснет. Здесь все работает. Кондей. Включается, выключается. Подогрев лобаша. Лобаш поменен. Не разбито, ничего. Он с подогревом, я не знаю, как показать. Ну, там нить подогрева. Состояние салона. В машине приятно пахнет. Здесь бумаги все, которые должны быть лежать. Чехольчик чуть-чуть здесь есть, вот косточки. Сигнал
ученик тоже. Все, снялся. Поставился. Круиз. Вот он. Работает. В принципе, в машине все работает.